Одинцовский отдел ГИБДД охотно предоставляет свою площадку для совместных мероприятий по выявлению должников перед различными федеральными структурами. Подобные проверки проводятся здесь не в первый раз. При подаче документов на совершение регистрационных действий, например, постановки на учет автомобиля, данные о владельце тут же проверяются по базам судебных приставов и налоговых органов. В случае, если у человека имеются непогашенные долги, в регистрации ему отказывают. Такие комплексные проверки помогают как выявить должника, так и заставить его оплатить задолженность. Сегодня на нашей территории совместно с судебными приставами, с налоговой инспекцией проводятся полномасштабные мероприятия по выявлению должников и лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. То есть в настоящий момент судебные приставы работают в подразделении. Каждый гражданин, который обращается сегодня в подразделение, будет проверен по всем базам, как по налоговым, так и по судебным приставам. И если будут выявлены нарушения в данном, как говорится, виде, то будут применены к ним санкции, к данным гражданам. И судебные приставы, и налоговые инспекторы, работавшие в здании ГИБДД, не только проверяли тех, кто совершал регистрационные действия. Информацию о наличии или отсутствии у него задолженности мог получить любой желающий. Правда, использовать такую возможность решились немногие, что странно. Очень часто люди просто не знают о том, что за ними числятся какие-то долги. И бывают неприятно удивлены, когда сталкиваются из-за этого с ограничениями. Если уже наложено ограничение на данные действия, то в обязательном порядке данному гражданину будет отказано в регистрационных действиях. А если только еще в процессе, об этом знает только налоговая инспекция, либо судебные приставы, то они уже сами будут принимать свои меры. Сегодня именно в этот день. Сегодня в России нет единой базы, по которой можно проверить задолженность перед разными федеральными учреждениями. Тем ценнее возможность в одном месте уточнить состояние своих дел сразу по нескольким базам данных. Подобные совместные мероприятия в Одинцовском отделе ГИБДД в ближайшее время собираются продолжить. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».